Пацаны, что, заходим? Да, да, давай. Да, да, я дайте руку, да, я сейчас как всегда бой. Матан, ну что, из-за вас? Да не получится. У меня проблемы. По предметам из-за вас, дайте зайти. Пропусти это меня, пусти. Наверное, начался сейчас. Ничего не начался. Да 100% начался. Да не начался. Пацаны, да, что ты так переживаешь за этих оценок? Ты же все равно любимчик училки. Вот именно, тебе нужно успокоиться, все будет нормально. Ну и что, давайте уже быстрее, погнали. Я из-за вас по информатике съехал. Первый раз такую оценку получил. 11-ку. 11-ку? Да это хорошая оценка. Какой ты нудный, ботан. Даша, Даша, что происходит? Почему мы от парней прячемся? Это, а давай в столовке здесь побудем без пацанов, окей? Так, Даша, ты что, собираешься целый день от пацанов прятаться? Я жду объяснений, что происходит? Просто это, ну понимаешь, я устала от парней, они на меня давят, а мне нужно время. Я хочу хотя бы один день не думать о них. Ой, подруга, я тебя понимаю, ну ладно, пошли в столовку. Ну хорошо, еще та 11-ка по информатике. Так я на трудах, вместо того, чтобы стул смастерить, я сделал какую-то кормушку, а физрук еле-еле как мне 10-ку поставил по отжиманиям. Хватит ныть! Ну реально, Джессика Кэт, закройте ему рот, а то реально надоел. Ботан, чем тебя не устраивает 11-ка? 12-ка это для избранных. А я и есть избранный, у меня в табеле одни 12-ки. Катюшка, веселушка, хохотушка, пришла в школу. Девочки, почему вы меня не встречаете? У меня суперское настроение. Ясно, как всегда опаздывают. Ботан, ты чё сегодня разошёлся? А девочки вообще в школе есть? Не, ну как такое может быть? По физре съехал, по трудам съехал, по информатике тоже съехал. А папа сказал, что если я не исправлю, то все лето дома буду сидеть, а я хочу гулять. Все с тобой понятно. Спортсмен, романтик, а девочки в школу пришли? Если бы девочки были в школе, мы бы с Дэном здесь не сидели. Угу. Ясно. Чё ты орёшь? Иди сюда! Мы от пацанов прячемся! А, вы от пацанов прячетесь? Девочки! Приветики! Муа! Вот я, Катюшка, веселушка, хохотушка и улыбаюсь постоянно. А вы чё с такими угрюмыми лицами? Да ты постоянно улыбаешься. А чё вы тут стоите? От кого прячетесь? Сейчас мы тебе всё расскажем. Не меняйте меня! Так, Женя, выходи из класса, подумай хорошенько, успокойся и только потом заходи, понятно? Я считаю, меня несправедливо выгнали. Понимаешь, Катюха, парни нам прохода не дают, мы от них уже устали. Поэтому мы их сегодня избегаем. Да. Как у вас все грустно и печально, но, девочки, я за вас все порешала. Сегодня у нас будет девичник! Чё, не нравится идея? Девичник? Катюха, какой девичник? Нам сейчас не до этого. Ты вообще понимаешь, какая сейчас ситуация? Нам не до веселья. Девочки, честное слово, мне все равно. Девичнику быть — это отличный способ, чтобы расслабиться и отдохнуть. Я как раз купила нам масочки, патчи, скрабики. Что бы вы делали без своей Катюхи? Покажи, покажи! Угу. Пацаны, оказывается, девчонки все в школе, они там сидят. Да ладно, да ладно. Спортсмен, так почему мы сидим? Точно! Эй, стой, 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 пацаны, пацаны! Они хотят сделать девичник, и вы им нафиг не нужны. Девочки, тут будет проходить наш девичник, а парням вход запрещен! Да! У нашего девичника есть дресс-код. Вот я в ярком, Нюша в ярком,
А ты, Даша, вся в черном. Ты же любила яркие цвета. Что случилось? Да, Даша, давай быстро иди переодевайся. Понимаете, девочки, последнюю неделю у меня ужасное настроение. Я рассталась с парнем, вообще как-то все не ладится. Можно я останусь в этом? Нет! Идем за нами! Не, ну ребят, это не дело. Нас девочки все равно не пустят. Потом, тихо! Да что тихо? Они не пустят нас. Там, реально, хватит уже. Да что хватит? Я еще не начинал. Ну, пацаны, я не хочу двойку получить. Богдан, да замолчи ты уже! Посмотри на себя. Другое дело. Наверное. Мальчикам не входить. Ну вот видите, я же вам говорил, что они нас не пустят. Да ну, нас это когда-нибудь останавливало? Девочки, мне как-то не нравится, я хочу это снять. Вот это мы вовремя вошли! Пацаны, смотрите, что нам сейчас Даша покажет! Мальчики! Мальчики, сегодня день без вас! Не, пацаны, вы как хотите, а я отсюда никуда не уйду. Я тоже. Ботан, слушай, а ты же это, двойку получить можешь, ты не боишься? Да ладно, пофиг, тут интересно. Ты посмотри на них, мы только забыли об этих мальчиках, они тут как тут. Что в фразе мальчикам не входить им непонятно. Может, они просто читать не умеют? Да как не умеют? Все они умеют. Просто кто-то очень любопытный, да, мальчики? Да. Я отсюда не уйду, пока не разберусь с Дашей. Да, я тоже не уйду, пока не поговорю с Дашей. Мне нужно с ней поговорить. Нет, мне. Мне нужнее. Нет, пацаны, все, успокойтесь. Что-то они там затихли. Ну ладно, мальчики еще возле двери будут долго торчать, а нам нужно веселиться. А давайте выйдем на балкон и прокричим фразу «У мальчиков!» Давай! Наши мальчики играют в танчики, а мы девочки при девочке! Катя! Да пофиг! Да пофиг! Погнали! Погнали! Ребята, звонок на урок, всем в класс! Ага. Вот так вот они взяли все и пришли. Ребята! О, сидят. Двоечники, вы слышали? Звонок на урок. А ну-ка быстренько в класс. Джессика, мы не двоечники. Если вы сейчас же не спуститесь в класс, я всем поставлю двойки. Да ставьте уже! Нам все равно! Да! Ах, все равно, да? Ну тогда держитесь, каждому двойка! Ботан, тебе что, уже реально все равно, что тебе двойку поставят? Теперь да. Девчонки, какой вы хотите получить результат от ваших масок? У меня увлажняющие, а у меня очищающие. А у меня успокаивающее. Девчонки, мы с вами будем просто красотками. Кстати, Даша, рано или поздно тебе надо будет сделать выбор, романтик или спортсмен. Вообще да, Даша. Но учитывая то, что мне нравится романтик, я бы посоветовала тебе все-таки остаться с Русланчиком. Но если бы он мне не нравился, я даже не знаю, что делать на твоем месте. Вот и я не знаю, девчонки. Так давай начнем с плюсов романтиков. Ну смотри, он высокий. Раз. Он симпатичный. Два. И от него много внимания, комплиментов, ну свиданий и так далее. Три. А минусы? Ну, вообще, раньше я его минусов не замечала. Но последнее время он стал себя так отвратительно вести. И, кстати, на одной из наших прогулок он сделал отрыжку. Какой ужас! Угу.
Ну, а что ты думаешь о Руслане? Давай начнем с плюсов. Ну, он спортивный. Раз. Накачанный. Два. Ну, еще он неплохо целуется. Три. Ага. Что ага? Ой, я что, это вслух сказала? Руслан, ты что, с новенькой целовался? Ну, подумайте, это было в первый день, когда она только пришла в школу. Вот это так тебе Даша нравится? Вообще-то это было до того, как... Даша, нам нужно поговорить! Пацаны, успокойтесь, может ей в туалет надо сходить. Отстаньте от нее! Не ваше дело! Даша! Выйди, пожалуйста, нам поговорить нужно! Так, они от меня так просто не отстанут. Мальчики, идите занимайтесь своими делами. Что вам нужно? Нам поговорить надо. Если первый буду говорить. Нет, я первый. Нет, я буду первый. Я первый. Даша, слушай, ты уже определилась, да, с кем ты будешь? Кто тебе нравится? Даша, ты ну да. Даша, Вот эти мальчики настойчивые. Теперь вы понимаете, почему я не могу выбрать? Понимаем. В общем, мальчики, вы как хотите, а я вам двоечки уже поставила в журнал и позвонила вашим родителям, а они сказали, что через 15 минут будут в школе. В общем, вам хана. Как хана? Родители в школу? Мне проблемы не нужны. Я попал в класс, я тоже. Урок вам двойки я уже поставила, и сейчас приедут ваши родители. Не надо! Не надо родителей! Джессика Кэт, я вообще отличник, не надо родителей в школу. Да, отличник, но срываешь урок на уровне двоечников. Поздравляю, ботан, у тебя первая в журнале двойка. Теперь точно хана от папы будет. Так, ну и где наши девочки? Ой, Катюха, спасибо за день, все благодаря тебе. Ну, я рада, что вам понравилось. Да, нам давно не хватало такого расслабончика. Ну, в следующий раз запишу на спа-салон. Классно. Джессика Кэт, здравствуйте. Можно нам сесть на свои места? Конечно, можно, двоечницы. Я уже в журнал всем поставила двойки и вызвала ваших родителей. Вам сейчас всем будет... У меня папа добрый, он меня даже ругать не будет. То же самое, ему по барабану. А мой папа вообще говорит, что я эту школу могу и не ходить. Руслан, давай, иди отсюда. Да-да-да, иди к ботану. Двоечники, вот я вашим родителям все расскажу. Учиться не хотите. Оценки у вас ужасные. И вы постоянно ходите за гаражи. Вот что вы там делаете? А это вам ботан расскажет. Ботан, чё молчишь? Давай, признавайся. Джессика Кэт, это неправда, это подстава. Я не хожу за гаражи. Да ладно, чё ты? Все уже знают. Двоечники, всё с вами ясно. Открываем тетради, записываем число и тему урока. Джессика Кэт, а можно мне важное обращение сделать на весь класс? Это очень срочно. Очень срочно у нее. Давай, у тебя есть одна минута. Ага. А что ты будешь говорить? Сейчас узнаешь. Ребята, если вы тоже хотите узнать, ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосы. Все, романтик, сейчас Даша скажет, что ей нравлюсь я, и мы будем встречаться. А ты в пролете, лузер! Это мы еще посмотрим, кто с кем будет встречаться. Даша выберет меня, и ты будешь в пролете. Даша не выберет тебя. Она тебя бросила, и ей нужны новые отношения. Расслабься. Так, мальчики, тихо. Может, Даша вообще не о вас будет говорить. Значит так, я хочу... Чтобы вы знали, я сделала свой выбор. Сейчас я скажу, с кем я буду встречаться. В общем, мне нравится мне